Образы Иисуса Христа в литье. Под таким названием в Муромском историко-художественном музее проходит выставка уникальных экспонатов. Интересная коллекция литых икон, складней и крестов была собрана благодаря поступлению от частных лиц и даже от православных храмов города. Известен исторический факт. Петр I запрещал литые изображения в храмах. Их можно было найти только у старообрядцев. Смотрим сюжет. В медном литье воспроизводится большинство иконописных сюжетов. Наиболее распространенными считаются образы Богоматери и святых. Господь Иисус Христос хоть и является главой церкви, но его изображений на иконах меньше. Вероятно, это связано с тем, что грешнику проще обратиться с молитвой к человеку, Божьей Матери или святому, нежели к Богу. Вот такой вот киотный крест. Это 18-19 век. Коллекция вообще медного литья в Муромском музее довольно обширная. И мы вот решили в этот раз на этой выставке показать именно образы Иисуса Христа. И здесь их порядка 12 штук. Не менее ценным экспонатом выставки специалисты музея считают небольшой средник от складня «Господь Вседержитель» или «Властитель всего». Самый распространенный образ, вот, кстати, именно вот это медное литье происходит из Николо-Набережной церкви. Вообще очень много медного литья в коллекции Муромского музея происходит как раз из наших муромских церквей. Это дары. Многие, конечно, предметы были принесены именно муромскими жителями. То есть поступления довольно обширные. Медный сплав, литье, эмаль, грустный всевидящий взгляд Христа. Выставку уникальных работ 18 века с большим интересом посещают гости древнего Мурома. Сейчас с друзьями путешествую по городам приволжским. И вот мы посмотрели достаточно много городов, мы уже посмотрели, и Чебоксары, и Йошкар-Олу, и города там, Гороховец, Городец. И сейчас вот уже добрались до Оки и до вашего прекрасного города Мурома. Первое, что нас заинтересовало очень, это выставка обликов Иисуса Христа в литье. Нам рассказали историю, как подпольно отливались эти лики, когда Петр I запретил это делать официально. Посмотрели, очень красиво, очень интересно. Вообще очень заинтересовал музей и поражает, конечно, история такого древнего города, который намного старше Москвы. В экспозиции представлены не только разные типы образов Иисуса Христа, но и сюжеты господних праздников. Елена Петрова, Илья Облетов, «Наши новости».